Всем привет! Вас приветствует канал Радио Технарь. Сегодня очередной выпуск о находках радиодеталей на свалке. Мне сегодня удалось много чего интересного собрать. Я сам удивлен, то, что я нашел. Меня крайне удивило эти находки. Так что решил с вами поделиться. Кому интересно, смотрим. Также, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Будет дальше только интересное. И ставьте, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. И начнем обзор. Так, сейчас я закреплю камеру. Так, начнем с этой платки. Вот такая вот очень интересная платка, покрытая лаком. Видно, качественно было сделано в какой-то очень дорогой аппаратуре. Вот, начнем с этой части. Видим тут резисторы SP5-22, приемные. Их принимают. Это очень хорошо. Талия. Тут идет такой у нас бутерброд. Очень интересная сборка. Видимо, она уже поломана. Так что там некоторые говорят: о, вандалы. Но я на них не обращаю внимания. Я и так ее, этим радиодеталям, можно сказать, даю вторую жизнь. Так, начнем. Сейчас посмотрим, что там интересного. Сейчас раскусим тут пайку. Я и так вижу вот тут что-то интересненькое. Угадайте, что это. Пишите в комментах, что вы тут увидели. Так, а я пока начну обрезку тут. Так, и вот тут мы видим SP5-2VB. Тоже резисторы. Сейчас доберемся. Хорошо делали на совесть то время. Да, тут кусочек уже отваливается. Так. Так, тут один. О, идет. Родная. Сейчас. Так, еще одна. Не, еще две. Так. Опа-на. И что мы тут видим? А мы тут видим. КМ-очка. Сейчас какая маркировочка? 6F. О, такие мне попадаются в цветных телевизоров. Очень часто. Маленькая, удаленькая. О, и тут у нас есть транзисторы. Так, это как, какие транзисторы? Тут просто треугольник. Тут КТ-826. Да. Открутить бы, ну, не стану. Очень долго времени займет проверка этих транзисторов. Вот тут видим, развалился резистор. И второй тоже на стадии развала. Короче, вот что интересного. Перейдем далее. Сильно много времени к ней уделил. Вот, очень интересная такая платка. От какого-то, наверное, магнитофона. На телевизорах я такие не встречал. Сейчас я вам покажу, что тут есть интересненькое. Так, тут есть микросхемка на съемная. Можно проверить сразу. Позолота есть в ней или нету. Так, она прямо рассыпалась. Две части раз. Сейчас мы ее так цапнем. Не, ребят. Она белая, короче. Так. Вон мы тут видим КМ-ки окукленные. Две желтые. Это не Болгария, не ошибайтесь. Болгария идет коричневая. Это окукленные. Так они называются. Так, тут есть рыжики. Сейчас посчитаем, сколько. Вот, раз, 2, 3, 4,
4 рыжика. И вот еще окукленный синий. Раз, два. Тоже 4. Больше я не наблюдаю. Так, мы не посмотрели. Так, рыжик у нас идет. Е2. Это тоже. Тоже Е2. Также присутствуют микросхемки. Так, не вижу. Надо проверять тоже. Если по золоту. Нет. Если вам заметно, они белые, короче. Ну, не на этом хорошо, что есть КМ-очки. 4 не такие небольшие. Маленькие, можно сказать. Так, перейдем далее. Кому нравится, ставьте лайки. Так, что тут у нас? А, вот телечка такая вот. С кнопочками каналов. Тут есть у нас светодиоды с позолотой тоже. И вот такие вот транзисторочки, самые маленькие. Бочонки их называют. Они в одну цену идут, что вот эти лампочки, светодиоды, правильно. В одну цену с этими. Не стану разбирать. Многое кто разбирал это. Больше там ничего нету. Кроме вот этих 4 штук. И вот этих 6 лампочек. Так. Вот еще нижняя часть настройки каналов. Тоже от цветного телевизора советского. Сейчас что тут покажем. Тут у нас тоже вот такие мелочи. 5 штук. И микросхема. Микросхему мы проверим. Даром я взял, не даром. Да, что-то и мне разочаровывает. Блин, она белая. Но это плохо. Можно было просто скусить этот и не брать ее. Ну ничего. Так. А, вот. Взял платки. Тут на я. Видно, даже кусать не надо. Мы тут видим, что есть позолота. Это К157. Микросхема. Вот еще одна платка. Чисто нарыл такие микросхемки. Сразу явно. Все видно на глаз. Так. Переходим дальше. Вот еще есть вот такие платки. Это вообще класс. То есть части плат кто-то когда-то собирал. Видно, сборка, видим. А тут у нас та SP5-3 приемные. Это у нас раз, два штука. И все. А вот эти я смотрел. Прайсинг. Не нашел. Походу неприемный. Ну ничего. Буду разбирать, проверять лепестки. Поменяет они цвет свой или нет. Вот сейчас покажу маркировку. SP3-39N. Таких нету там. Есть А, В, кажется. Что-то такого плана. Но N нету. Ну ничего, я разберу, проверю. Это не проблема. Так что вот так. Ну, переходим далее. Самое такое интересное и вкусненькое оставлю. А потом, это все знают. Кто не знает, объясню. Это снова телека платка. Она чуть-чуть древненькая. Есть посвежей. И вот тут в нижней части такого транзистора нет. Вообще его нету. А тут есть с позолотой. Вот такой. Чуть ржавый, но это не... На цену не играет. Микросхема Tesla. Белая. Так, тут К174. Это 100% позолота. Сейчас на ножке посмотрим. Будет вам видно. Не, вам не видно. Ну, не видно. Вот. Желтенькая. Отлично, короче. И самое, что мне нравится в этих цветных телеках, это вот этих 6 транзисторов. Они все с позолотой. Вот один. Надломаны. Вот даже вот часть ноги вывода. Можете видеть, сейчас я его надкушу, чтобы было более видно. Ну, я уже показывал, все знают. О. Отлично. И все 6 штук, они идут. Можно их даже не кусать.
Так что вот так. Вот что мне попалось. Я такого, таких платок не видел. Там ничего удивительного. Ну, все равно вкусняшки. Можно так сказать. Она была вот так собрана. Я там корпус не стал брать с собой. Я его выкинул. Вот, платки. И вот так она стояла. И я увидел эту КМ-очку и понял. Это стоящая платка. Так и случилось. Я ее разобрал вот. Тут видим рыжик. Сейчас скажу маркировочку вам. 6F. Только чуть-чуть другая у нее исполнение формы. Далее. Конденсатор К50. Но что за этим конденсатором прячется? Вот такой флажок. Такая жирненькая. КМ-ка зеленая. Так, сейчас уберем. О, я даже маркировку ее не стрял. Сейчас вместе посмотрим. 5В. Да, стоящая тема. Мне понравилась эта находочка. Далее, также есть транзисторы. Я не буду их протирать. Сразу проверю на наличие позолоты. Есть контакт. А, вот что еще хотел показать. Смотрите, даже маленькая КМ-очка еще есть. Такая махенькая. Это радует меня очень даже. Вот такая платка тут. Рыжик, зелененькая КМ-очка, флажок. Ну вот это хорошенькая. Вес имеет. Таких пару штучек и все. Так, сейчас проверим эту. Так. Плохо кусил. Так. Есть позолота, сейчас покажу. Вот, видите, да? Дальше не буду кусать. Вот вторая часть платы. Тут ничего удивительного нету. Ну, тоже неплохо. Есть вот такой транзистор. ВП-300-4А. Вот. 4 вывода. Отлично, короче. И вот такие два есть. Тоже покусаем их. Короче, ребят, кому нравится видео, ставьте лайки. Поддержите мой канал. Кто не подписан, повторяюсь, подпишитесь на мой канал. Буду очень благодарен. Буду стараться. Так. Есть позолота. Вот. Явное, ну, сделано, чтобы было красиво видно. Во. Позолота есть, да. И вот тут. Вот, позолота есть. Короче, ребят, вот такие мои находочки. Кому понравилось видео, ставим лайки. Также подписываемся. Всем пока. До следующих выпусков.